Не успел. Да. А вы? Да. Давайте минут 8. Торжественный момент. Я, например, от большого уважения. Если в чем-то проблема, Михаил Иванович, то тогда на брудершафт. Чтобы перейти на ты. Чтобы на ты перейти. Ладно. А есть у нас какая-нибудь влага? Нету. Нету, да? Да, и выполняй. Ну, где же взять такое слово, что день рождения пожелать? Желаю быть всегда здоровым и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не забралось, чтобы места не было беде, и чтоб кукушка не забыла прокуковать 100 лет тебе. Подарок тебе. Кукушку все у тебя есть. Тут вот есть календарь. Ну, а мы тебе сделали вот такое. Жизнь нашей ветеранской. Костя. Вот так. Обалдеть. Моя жизнь. Собиралась, да. Ой. Ой. Ну и вот пар... свой этот мобильник. Ну и партнер. Миша, Миша, в свой мобильник заряди и смотри. Да. Он повесит и будет смотреть. Ё-моё, блин, вот, даже у меня не вязает. Вот, какой это, красавец. Наташа, сфотографируй. Да ты же возьмешь с собой. Нет, его сфотографировали. Он с руками. Здесь фотографируй. Нет, к нему подойди. Ищи там чего. Вот так, рядышком. Рядышком, ну, поставь. Над каждой фотографией здесь, конечно, свое, ну, пожелание. С юбилеем. 80 лет – это где мы вот все есть. Угу. Здесь оставайся таким же. Ой, здесь... что это желто? Это вы вышел из моря. Нет. Здесь позитивным, да? Или что здесь? Кто хорошо видит? Ну, это они у байдарки стоят, значит, у озера. Нет. А и вот здесь, конечно, дружелюбным, дружелюбным, да, позитивным. Позитивным. Да что фотографировать-то? Любимым. А не любимым. Любимым. Последнее любимым. А, любимым. Да. Ну как фотографировать-то? Подержи. Смотри на нас. Смотри на Павлу тоже. Я хочу сказать, что вот этот товарищ прям похож на Горбачева. Да. А Горбачев земляк мой, представляете? Мне кажется, ты теперь на этого. На Шайкова. Нет, ты никому не говори. Нет, знаешь, на кого? На этого Байдена, теперешнего. Держи. Президента. Очень похож. В Соединенных Штатах Америки, который сломал ногу. Байден, я, оказывается, Байден. Да. Ладно. Здорово. Слушайте, а сейчас новость скажу. Ну, Миша, вот это шарф у тебя. Молодец. Ну, она ж моя дочка, да? Ну, у вас вообще, да. Во-первых... Все. Да что такое-то, как он у тебя выходит-то? А я не знаю, как он там выходит. Как заходит, так и выходит. Не, заходит плохо, выходит хорошо. Еще надо дожить. Нет, я не буду ничего загадывать. Да. Опять какие-то тайны. Все это, Михаил Иванович, знаешь, как индусы носят вот эти женщины? Ты теперь тоже так. Во-во-во, я только хотел сказать. Сами, да. Вот так, ладно, вот. Ел и пошел по тосту. Да. Хвастаться, что я такой секунду. Блин, как красиво. Да, конечно. Как все осмотрится. И оригинально, Мишка, таких нет ни у кого. Прям фейпер жесткий. Так и ходи. Серенько. Ура! Сестра старшая. Ну и Михайловна дочка. А почему Михайловна сестра? Она Ивановна должна быть. У меня сестра была Нина. Нина, сестра. А, Нина. Ну, она Михайловна, значит, дочь моя. Да. Нина Михайловна, гордюсь. Ни о чем не жалей. То, что пройдено, все не зря. Без ошибок не станем мы мудрей. Без синицы не поймать журавля. Да. А что, так он, мне кажется, уже поймал. Да. Журавлей всех уже поймал. Да. Ну, уже косяк там. Косяк там.
Сокол ты, сокол. Сокол наш. Летаешь высоко, глядишь далеко. Кино, цирк, который этот, говорит, она свежая, да только что бегала. Да-да-да, нет, не цирк, по-моему, это что бегала. Это, ну, который... мистер Икс там как, цирк. Мистер Икс, да. Ну, угу. Давайте, за нас. Она говорит, как молодая. Моменты вот из жизни пенсионного фонда, которые меня характеризовали, даже не помню таких всех моментов. Вот один, например, был, что сидит Ира Румянцева, она дошла до заместителя начальника пенсионного отдела. А пришла устраиваться на работу, а работала всю жизнь в садике в Ярославской области. Потом они сюда приехали, ну, долгая история, неважная. Потом уже аптечка сколько-то поработала и ушла. И она была без работы. А тогда еще было трудно попасть, без блата не брали. И она пришла к Черентаевой, а та посмотрела, где, говорит, вы работаете, ли там все. Ага, ясли, детский сад. Она говорит, ну, у нас другой контингент. А я где-то там была, влетаю, как вихрь, в этот кабинет. Так это сувенирное, ты носи ее с собой. Да не проблема, нальет воды и будет носить. Это они... Ну что, прошло? Не хочет разговаривать. Ну ладно, я тебе и нашла. Сейчас выпьем, и он погиб. Нет, ну какой вредитель живет в наших рядах, а? А вот понимаете как, мы вот все вот что-то в себе носим, ага. А высказать не можем. И даже не представляем. А вот не представляем. Вот представляете, врасплох. Вот даже вот не сформулировать, чего я хочу. Ну не думал об этом. Секретно почему? Каждый человек что-то хочет все равно. Да что я хочу, уже все прохотел. Понимаешь, как это все равно стимулирует. Это вот... Живи себе и всем на радость. Да. И не считай свои года. Вот это... Да, я говорю, что вот это каждый да. вспоминает, что как его принимали в партию, как да. его в комсомол, да. как он сдавал экзамены, знаешь, какие у него еще. Вот. А меня, конечно, я безусловно вспоминаю, как меня и в партию принимали, и в комсомол, и так далее. Но потом, спустя какое-то время, вот эта фраза, а я помню, как в Катя комсомол, я, значит, почувствовал вот это, знаешь, как-то дело было в моей поздней молодости, супруга была в командировке, и отец моей дочки, которая училась в школе, так, пардон, его отец Вадим... Стоп, Вадим Ильич, отец моей дочки. Нет. Отец моей дочки, это я. Отец дочки, ну, где дочка училась с его дочкой. А, вот такой. Вредно ты. Конечно, вот, значит, да. Его тоже звали Вадим. Как-то начал мне звонить, говорит, слушай, есть предложение. Я говорю, какое? Ну, понимаешь, вот надо съездить к бабам. Вот, я говорю, да ну что ты, значит, я человек такой известный. Никогда не изменял. Не в этом дело. Меня все время беспокоил вот этот принцип, что меня знают. Я человек известный, поэтому нет, я не могу. Да. Он говорит, ну, тише. Садитесь. Тихо. Вот. Он говорит, да ты чего? Никто не знает. Поедем в поселок Шахты 27. Это где-то 25 километров. Угу. Ну, 25 километров меня. Я говорю, да нет, ты знаешь, ты там меня тоже наверняка знает, потому что директор шахты знает, парторг знает и прочее. Значит, а я перед этим где-то прошло лет 10, как был первым секретарем. Вот, значит, и дом, говорит, на окраине, вот этот дом, да, я говорю, а квартира еще дальше, в этом доме, значит, где-то там, значит, и прочее. Женя приехала, я так поняла. Я говорю, ну ладно, давай, а машина, обеспечу все, значит, ну давай, съездим, но только смотри, чтобы все было тихо, значит, Вадим, ну за кого ты считаешь, конечно, сделаем все. Приехали туда, значит, что-то так прикинули, ага, распределили, вот это так, и мне досталась одна, значит, прелестная такая девочка, значит, ну, в возрасте моем примерно, ну, чуть-чуть моложе. Вот, значит, самое, ну, все. Готов, давай. Не ждите меня, ушел на самоизоляцию. Потом, давай. Ну, вот Дед Мороз. А, Дед Мороз, так подожди, а это что, видеоролик или что? Нет, это просто фотография. Нет, берегите просто себя. Кого поддержать, ага, кому, хорошо. Чтобы он знал, спасибо за информацию. Совет ветеранов. Гонку начал пить. И я тоже.
Этот кто? Хлеб намочат, да? А? Подожди, хлеб еще, еще посмотрю, кто-то с пеленок да, пьет. Я, да. Да. Слушайте, а как здесь это самое? Младший, то есть старший. Я не уходила. А раньше кто пил? С летчиками. Лена Михайловна, послушай. Слушай. У меня, значит, старший братан на два часа. Так вы двойняшки, да? Да, кто я? Они не двойняшки. Двойняшки. Ему не говорили, он ну, не знает. Ну, сказали вот мне, что на два часа. Ну, два часа, это еще какой-то, он нонсенс какой-то. Да, да. Где-то так бывает. Найденыш. Ну, короче, я самогон пил уже с пеленок. Значит, это самое. Его обмыли самогонкой. Отец приехал с фронта, там... Свадьбу играли или чего играли. Короче, самогонный аппарат такой большой стоит. Ну а мы-то с Витькой, значит, маленькие, залезли под этот самогонный аппарат, под стула, а там стояла кружка вот такая, как мерная. Наташа, алюминиевая. Литровая. Нет, и туда капало. И мы накапали. Спиртоприемник. Ага. Давай, говорит, это попьем. Попробуем. Ну давай. Попили, значит. Что с вами было? Он глотнул, я глотнул, там сколько мы наглотались. Короче, где-то мы под столом или где уснули, и нас искали там три часа. Где мы пропали-то, блин? Малышей нету, куда они пропали? А мы спали где-то под кроватью или что-то. Ты, ну, это самогон. Ты однажды напился, а я вот что не хватало в организме ребенка? Я просто пила. Вот приходят к отцу, там, ну, сидят за столом, я буду сидеть, плакать, налейте. Наливаю стакан. Я стакан выпила, пошла. И до тех пор, я не пьянела сама. Ты зачем ты записываешь? Тихо. Кто-то сказал, сокровенные... Ставили откровение, да? Постоянно стояло что? Заветное желание. Брашка в бетона. Ну и чего? Девчонки, пошли гулять. Сейчас, подожди минутку. Кружку беру литровую, выпила и пошла. И понимаешь, вот до какого-то определенного времени. А потом все, наливай, а мне не надо. Ну, начнем.